приклеит вам новую. Ага, вот, смотрите. То есть степлером приклеена. Произошла разгерметизация продукции, товара. И вы же видите, в каком состоянии. Это, согласно правилам торговли, такого продавать нельзя. Потому что, вот смотрите, у нее она синий цвет приобрела. Скроем, потому что все равно не товарный вид. Скорее всего, она была, произошел дефрост на определенном этапе. Раскрывать ее или так нормально? Что думаете? То есть показать вам, в чем проблема здесь? Вот такой клиент, я скажу. У меня еще ногтей нету. Нормально. И что делать? А, у кого-то есть что-то острое? Может, ключи, ручка? Ноготь. Ноготь, может быть, да. После, да, и остаться в этом